Мы начали работать над трансформацией программы по направлению химическая технология примерно год назад. Невозможно, наверное, было уже существовать в том формате, как это было. Я говорю сейчас о программах именно магистратуры. Раньше это было отдельно такие существующие программы, мало пересекающиеся. Предлагались четко сформированные траектории, ни шаг влево, ни шаг вправо. Была поставлена задача руководством университета, как первый пилотный проект трансформировать, пересобрать именно программу по химической технологии. Это программа, в центре которой находится студент. Не вуз, не преподаватель, не компания, а человек, который обучается, для которого открываются новые возможности, и он сам должен сделать свой осознанный выбор, составить свою траекторию самостоятельно. Но при этом, находясь в центре, мы закрываем потребности, которые сегодня испытывает промышленность химическая. В первую очередь вуз, он решает задачи индустрии. Наша самая главная задача – подготовить кадры. Ты можешь углубиться в любую сферу, сферу подготовки, переработки, полимерных материалов, и либо исследовательскую школу пойти, допустим, фармацевтические препараты. Вот это вот и интересно, что каждый может найти себе что-то по душе. В нашем университете реализованы различные программы, которые сочетают в себе как теорию, но не обычную теорию, скажем так, а самую актуальную, которая сейчас необходима, и, безусловно, практика. И данный симбиоз дает возможность реализовываться людям в качестве инженеров, ну, не обычных инженеров, а современных. Мне кажется, что было бы здорово, если бы представители с компании приходили бы, как бы проводили с нами какие-то обучающие, так скажем, мероприятия. Это было бы очень интересно. От выпускника высшего учебного заведения, да, который приходит на производство, мы ожидаем инициативы и знаний. И у него должно быть желание развиваться и делать предприятие лучше, выше и больше. А делая вклад в предприятие, да, он обогащается сам как специалист и становится максимально востребованным. Очень важно настроить программу взаимодействия производства и университета на стадии еще практики, чтобы студенты приходили на предприятие, могли пощупать и как сами, скажем так, примеряются, готовы ли они работать на данном предприятии, так и производство смотрит на них, востребован ли будет данный специалист на этом предприятии. Поэтому эта программа крайне важна для того, чтобы и ребята могли понимать, это их ли это путь, и завод должен понимать, насколько они будут там нужны и востребованы.